Приветствую всех, меня зовут Доминик, и это небольшая врезка о том, что в середине сентября получил звание второго лейтенанта. То есть я играю не очень часто, и в принципе на получение нового звания иногда уходит полтора месяца. Но суть этого видеоролика в том, что я хочу показать то, что я получал из Black кейсов. Начну с того, что Black Key, он стоит 1100 NX, он не бесплатен, но так как многие те, кто смотрит мои ролики из подписчиков, они знают, что я не доначу. И все вот эти вот ключи я получал в результате либо выполнения Daily Jobs, либо в результате ивента. Около 8 ключей я получил за ивент Bad or Good Moderator. 2 дня я кикал нехороших игроков и получал 2 раза статус Good Moderator. Соответственно, админы мне отвесили очень такой хороший подарок. И несколько раз вот ключи выпадали из Function Box. В целом могу сказать, что вот здесь в видеоролике посчитал, я открыл 20 кейсов. В основном выпадают или выпадали бонусы. И один раз вот из 20 кейсов у меня выпала перманентная PSG-шка. По поводу того, стоит ли донатить, если честно, выбор каждого. Потому что по статистике лично моего открытия получается так, что из 20 кейсов один перманент. Если математически посчитать, если, ну, по-моему, если в комплекте покупаешь там 15 Black Keys, вам скидка. Соответственно, да, может быть, можно надеяться на какой-нибудь стоящий перманент, если купишь там 20 ключей и будешь пытаться открыть кейсы. Но если бы я донатил, я бы точно не покупал их, потому что не люблю рандом. Раньше хотя бы там были довольно интересные предметы в этих кейсах. Сейчас выпадают у людей в основном вот как раз бонус GP и XP. И оружие после, по-моему, Хэллоуина, да, обновление случилось. То, что сейчас в Black кейсах, мне не очень нравится. То есть убрали ту же гэшку. Может быть, из-за того, что сейчас этих гэшек перманентных развелось очень много. Я, если честно, не знаю. Но возвращаясь к тому, что почему бы я не донатил, я бы лучше вложился один раз в перманентное оружие. Я бы точно знал, что оно у меня останется. А здесь надеяться на рандом, тратить деньги, это просто не мое. Вот такая врезка по поводу открытия Black кейсов. Те, кто следит за моим каналом, за моими роликами, следующий обзор будет посвящен штурмовой винтовке SR Sandfire.